Прививочки мы сделали. И мамочке прививку сделали. Кто там? Бусинка не спит, эти уже спят. Трикси, Тесси дрыхнут. Домой едем. Все сделали. В машине себя хорошо вели. Выходим. Тёма и Зана. Колбасята, выходите. Ой, мои красотули. Доктор сказал, все здоровы, все красивые, все хорошо. Температурка в норме. Зубки в норме. Все, переноска нам уже не нужна. Дарси раздеваться проще. Ой, дети мои. Все хорошо, после прививки немножко болит укольчик вот туда. Трикси немножко плачет, когда заспит. Они сонные такие. Ну, сказали, что будете немножко сонные. Главное, чтобы мордочки не отекали. Мордочки хорошие. Триксёныш, ну-ка, показывай мордочку. Вот мордочка отличная. Теська. Мордочка отличная. Буська отличная. Все, мы красотули мои. Красотули. Сейчас кушать будем. Бусинка. А то Трикси через два дня уйдет. Молочка не будет у нее. Кормим рыбку, не стали рыбку, только Теська покушала, молочко все пьют. Да, Дарси? Молочко у тебя еще вкусненькое, много молочка. Триксик, ты не можешь подлезть? Дарси, дай сиську с этой стороны. Вот, у детей после прививок аппетит хороший. Молочко кушает. Теська покушала рыбку. Немножко. Игрушки! Игрушки! С мамкой. Где там наши девчонки? Где наши девчонки? На кухне там где-то что-то делают. Кухне. Тася, мамку догоняй. Гуся прибежала. Гусёныш. Тыскин. Тася, ты писить пошла? Тася, Тася. Тесси, нельзя грызть. Писить можно. Писили, молодец. На салфетку пошла пописила. Буся? Буся, иди вон. О, Даша, ты что-то толстая. Ты кормишь? Триксёныш. А рыбку не стала кушать. Ну, молодец. Ну, надо тоже. И корм надо. Там клетчатка и витаминки. Да. Гуся будет скоро? Нет? Трикси спит. Гуся, иди помочь.